Здравствуйте, с вами NoRules. Мы на канале Game NoRules, и это прохождение Call of Duty 4 Modern Warfare. Современная война. Сегодня мы продолжим проходить действия. Вот пройдем карьеру, да, вот действие второе начнем проходить. Прошлый раз мы прошли действие первое и действие и пролог. Сегодня действие второе пройдем. Давайте посмотрим, сколько здесь миссий. Так, 5 миссий. Думаю, разделим одно прохождение. Будет вот 3 миссии. И в следующий раз я выложу «Жара и грехи отцов». Ладно, возвращаюсь назад. И вот продолжаем игру, на чем мы и остановились в прошлый раз. Надеюсь, у меня включится и будет все нормально. Так, долго грузит что-то. Наверное, из-за того, что я запустил игру. Сразу запустил игрушку и сразу играем, поэтому долго прогрузивает. Есть, вот и включилось. Там агент Комарова, идем. Аль-Асад в деревне. Сепаратисты защищают его. Отлично, выходим. Что, черт возьми, здесь происходит? Это сепаратисты. Они убивают мирных жителей. Это ненадолго. Удар с воздуха по тому зданию. Докладывает Мосин 2-5. Мы в пути. Авиаудар по сигналу. Да? Авиаударом. Говорит 2-5. Мы возвращаемся за топливом и боеприпасами. Какое-то время нас здесь не будет. Так, прорываемся в здание. Пойдем через подвал. Чисто, Аль-Асада нет, идем дальше. Ха.
только они появляются. Ох, опять бочка валит. Ух ты. Какой дробик есть. Посмотрим, сколько здесь каких-то ноутбуков или... Так, здесь два есть, если я не ошибаюсь. На карте где-то разбросаны. Ладно, бывает. Вертолет в пути. Мы со всем разберемся. Конец связи. Ладно, второй раз я в этом случае не попадусь. Здание чисто, переходим в следующее. Говорит 2-5. Мы возвращаемся за топливом и боеприпасами. Какое-то время нас здесь не будет. Так, здесь нет нашего ноутбука. Так, здание чисто, идем дальше. Докладывает Мосин 2-5. Готовы к атаке, ждем приказов. Докладывает Мосин 2-5. Есть цель. Ждем сигнала. Вот так и будем, ребята, выносить их потихонечку. А где это наш вертолетик? Ну, вот он где-то. Ух ты, как много. Мы в пути. Да, удар по сигналу.
Нужно кто-то патроны взять. Чисто, проверим следующее. Так, своего немножко задел. Ну ладно, я не хотел, конечно. Вот, ребята, новое оружие. Вот. Тема. Мне нравится вообще. Так, еще осталось несколько зданий проверить. Так, где же они спрятаны? Эти компы. Они, в принципе, не очень так нужны, но просто если потом пройдете игру, то сможете, ну, скажем так, читерить. То есть там жизни, там может быть более выносливо или какие-то еще там приколы. Поняли вы? Ну, что-то в этом роде. Так, в принципе, нам сюда вот нужно. В ту сторону не обязательно идти. Мы со всем разберемся. Конец связи. Так. А, в принципе, одни и те самые патроны идут. Ребята, нас. Чисто, Алясада нет, идем дальше. Так, нужно какое-то выбросить оружие. Что-то ни у кого нет оружия. Ладно, пойдем вот сюда. Так, здесь чисто, осталось еще одно здание. Докладывает Мосин 2-5. Готовы к атаке, ждем приказов. Так что, если я правильно понял, нужно, значит, проверить все точки обязательно.
Осталось еще здание одно. Вот оно. Вот здесь. Тихонько сзаду вот зайдем. Прохода нет. Запомните, Алясад нужен нам живым. От мертвого толку не будет. Вперед! А нет, ты зачем в принципе, это сделал? Откуда у тебя бомба? Это не я! Тогда кто? Это не я! Кто? Говори! Имя! Мне нужно его имя! Сэр, это его сотовый. Итак, все решили. В голову и... Кто это был, сэр? Проблем нет. Захаев. Имран Захаев. Ну вот и мы... В действии втором прошли первую миссию. Сейчас грузится вторая. Думаю, она будет не менее интересная. Все в камуфляже. Припять, Украина. Это, если я понял, мы будем сейчас... Слишком высокий уровень радиации. Придется обходить. Следуй за мной. И тихо. Осторожно. Здесь повсюду источники радиации. Нахватаешься чуть больше нормы, и ты покойник. Нава. Нава. Вижу врага. С фронта вражеский патруль. Идем тихо и медленно. В этой маскировке нас не заметят. Мы не бродим, мы патрулируем, идиот. Зачем мы патрулируем? Да здесь в радиусе 120 километров. Убей одного, пока второй не видит. Слушай, Захаев нам хорошо платит и... Он убит. Спокойной ночи. Пошли. Хорошо сработали. Не двигаться! Если пойдем в обход, у нас больше шансов остаться незамеченными. Чья очередь? Юрий! Внутри четыре объекта. Даже не думай об этом. Слишком дорого. Жди здесь. Противник у машины. Если понял, ребята, мы играем за капитана Прайса. Убери его тихо или дай ему пройти мимо. Выбор за тобой. Это же зона ядерной катастрофы. Скорее от рака сдохнешь, чем пулю тут схватишь. А, вот это. Так, а ну. Они приближаются, открыть огонь! В бульзоне собаки! Ладно, бывает, ребята. Тихий, извиняй, игрок. Да, спалился. Ну ладно, переигрывать не будем. Уже доиграем. Вот, вот так и будем доигрывать. Если любую ситуацию пытаться разрешить насилием, мы мало чего добьемся. Идем дальше. Согласен, согласен. Извиняй, дружок. Не думал, что вот так получится. Не двигаться! В колокольне наблюдательный пункт. И еще один патруль с севера. Даем ближе, чтобы лучше все рассмотреть. Так, ну, вот ты идешь. Цель в наблюдательном пункте, видишь?
Да, вижу. Ну и что делать? Убить или... Он в башне! Ладно, сейчас уберем мусор. Прекрасно! Объект приближается с севера. Убери его тихо или дай ему пройти мимо. Выбор за тобой. Террорист убит. По моему сигналу. Так, что это у нас? На побережье чисто. Стингер. Вот кажется здесь. Может быть, компьютер какой-нибудь. Ты это слышал? Да, вот. Вражеский вертолет, ложись! Ай. Оставаться в тени. Ладно, бывает, ребята, извиняюсь. Сейчас по дырику. На побережье чисто. Ты это слышал? Ага, есть, я уже взял его. Вражеский вертолет, ложись! Он возвращается обратно. Не двигаться! Оставаться в тени. Не думаю, что он меня упретит в здание. Идем. Где он? А, вот. Вот знак Припять. Вход вот. Спокойно, парень. Их слишком много, остынь. Веди себя тихо. Огонь не открывать. Хорошо, только как мне не спалиться? Старайся предугадать их шаги. Если собираешься маневрировать, все делай медленно и спокойно. Никаких резких движений. Постараюсь. Сейчас спалим. Так, смотри на меня. Вот кошечку сильно сбылся. Так, выдвигаемся медленно и спокойно. За мной. Похоже, они уже убили всех, кого не смогли подкупить. Пошли кого-нибудь проверить. Подойдем ближе, чтобы лучше все рассмотреть. Ну и тяжелая же штука. Да уже, Андрей, есть принцип. Не знаю, надеюсь, скоро. Помираю с голоду.
Нейтрализовать их и при этом не поднять тревогу – задача не из легких. Хотя, с другой стороны, незаметно мимо них все равно не пройти. Твоя очередь. Цель уничтожена. Один готов. По тем двоим у грузовика огонь не открывать. Мы должны нейтрализовать их обоих одновременно. Жди, пока я не буду на месте. Ладно. Я на позиции. Действуй, как только будешь готов. Спокойной ночи. Выдвигаемся. Все-таки получилось меня их нейтрализовать. Но еще оставаться теперь... в тени. Чувствую, будет сложно. Никто здесь диких собак не видел? Назад! Говорят, у украинцев пара человек пропала сегодня ночью в бассейне. Спокойно, он мой. Эти украинцы ни на что не способны. Получили по заслугам. Эй, с... хоть какую-то боевую... Вот как это делается. Вперед! Из-за радиации да. Собаки стали сильнее и злобнее. Не двигаться! Ждать здесь. Какая у нас ставка? Да! Сюда приближается патруль. Назад! Куплю мотоцикл. Вот я тут в волю накатаюсь. Как думаешь, нападет на нас Америка, пока мы уязвимы? Эта страна давно уже катится псу под хвост. Почему бы и нет? Товарищ убит. По фронту все чисто. Вперед! А вот где он был, блин. Не высовываться. Выдвигаемся. Сюда, идем. Да их там целое сборище, черт возьми. Приготовиться. Выдвигаемся по моему сигналу. Стоять. Так, вперед! Идем. Да, мне смотреть на его милый зад. Приближается грузовик. Используем его в качестве прикрытия. Вперед! Подожди здесь минуту. Когда они уйдут, выползай. И следи, чтобы тебя не заметили. Терпение! Не наделай глупостей! Ждать сигнала. Ждем. Вперед! Готов. Вперед! Наливник видел, идем наливник дальше. Сюда. Не двигаться. Снайпер. Пожарная лестница, четвертый этаж, прямо по курсу. Ликвидируй его, пока он не поднял тревогу. Прекрасно. Вперед. Вперед. Все чисто.
оставайся на чеку. Мы еще не на месте. Стоять! Успокойся! Это дикая собака. Не дружелюбная. Держи дистанцию. Старайся не привлекать к себе внимания. Справа все чисто. Вперед. По фронту все чисто. Выдвигаемся. Ты только посмотри. В этом городе проживало 50 тысяч человек. А теперь это город призраков. Никогда ничего подобного не видел. Пошли. Сюда идем. Да, красиво, ребят. Так, идем дальше. Вот жаль, что не сделали сталкера. Вот на этом. Там есть гостиница. С верхнего этажа мы сможем наблюдать за обменом. Вперед! Ну вот, ребята, и выполнили очередную миссию. Вторую наше прохождение, осталось еще одна. Вот загрузка вот что-то сбилась, грузит. Лейтенант Прайс, встреча состоится. Вражеский транспорт уже на указанной территории. Ветер усиливается. Можно учесть порывы ветра, а можно просто подождать, пока он не утихнет. Но к этому моменту цель может скрыться. Решать тебе. Итак, наше задание. Ликвидировать Имрана Захаева. Давайте же посмотрим. Есть ли здесь... Да, здесь есть вот разведоборудование вражеских 2. Помни, чему я тебя учил. Учитывай переменную влажность и скорость ветра вдоль траектории пули. На таком расстоянии придется также принять во внимание кориолисову силу. Так, да, я ничего не понял, кажется, я его вижу. Жди моего сигнала. Цель захвачена. Идентификация. Имран Захаев. Спокойно. Следи за флагом. Он укажет тебе силу и направление ветра. Черт, он-то откуда взялся? Терпение, парень. Жди удобного момента. Да не везет. Он не улетел. Сейчас или никогда. Огонь! Цель уничтожена. Кажется, я видел, как у него руку оторвало. Молодец, лейтенант. Мы его ликвидировали.
Черт, они нас заметили! Огонь по вертолету, так мы выиграем немного времени! Отличный выстрел, лейтенант. Теперь уходим. Они будут нас искать. Пора уходить. Нужно срезать путь. Следуй за мной. Лейтенант Прайс, со мной. Ты Т-24, говорит А-6. У нас проблемы. Повторяю, у нас проблемы. Направляемся к четвертой зоне посадки. А-6, Орлан в пути. Расчетное время прибытия 20 минут. Не опаздывайте. Топливо и так на исходе. Конец связи. Забудь о них, они за нами не пойдут. Нам пора в зону подбоя. Объект нейтрализован. Ждать сигнала. Были замечены во дворах между зданиями. Быстрее! Вперед! Устанавливай мину в той двери. Впереди! Еще противник с тыла! Вертолет приближается! Открыть огонь! Ждать сигнала. Быстрее! Устанавливай мину в той двери впереди! Цель нейтрализована. Бывает, проиграли, но ничего, сейчас. Еще противник с тыла! Вертолет приближается! Открыть огонь! Открыть огонь по вертолету! Вместе мы его собьем! Спокойной ночи! Ugh!
вот зараза. Не могу пошевелиться. Если будут проблемы, найди для меня выгодную позицию, чтобы я мог тебя прикрыть. Скорее зона посадки на юго-западе. Мы все еще можем успеть, если поспешим. Враг приближается, опусти меня, чтобы я мог тебя прикрыть. Кажется, все чисто, можем идти дальше. Ладно, бывает, не ту кнопку нажал. Противник с юго-востока. Готов. Кажется, все чисто, можем идти дальше. Так, у нас времени мало. Нужно ускориться. Отправляйся в здание. Мы постараемся их задержать. Подожди. Сначала удостоверься, что в комнатах все чисто. Подожди. Сначала удостоверься, что в комнатах все чисто. Подожди. Сначала удостоверься, что в комнатах все чисто. Да уже все чисто. Тише едешь, дальше будешь. Ты будешь. Ну ладно, давай еще проверим. Тише едешь, дальше будешь. Так, пошли бы, потому что времени нету. Мы точно на месте. Зона посадки с другой стороны того здания. Шестая группа! Обыскать здание к югу от города! Туда зашел. Ладно. Куда нам идти? Обходить?
Один готов. Они направляются к парку. Запрашиваем подкрепление в прежде. А6, говорит Орлан. Ждем вашего сигнала. Прием. Наш вертолет ждет на безопасном расстоянии. Опусти меня за чертовым колесом, оттуда я смогу вести огонь. Чуть севернее. Здесь нормально. Забирай все мои мины. Пора пустить их в дело. Скоро враг будет здесь. Найди подходящую снайперскую позицию. Через 30 секунд я дам сигнал вертолету. Ты должен залечь на снайперской позиции. Я активировал маяк. Удачи! А6, ваши координаты получены. Держитесь. Конец связи. Итак, нам осталось только продержаться. Вижу противника. Пусть подойдут поближе. Ждем приказа открыть огонь. Открыть огонь! Готов. Объект нейтрализован. Еще один. Еще один. Готов. Приближаются вражеские вертолеты. Один готов. Цель нейтрализована. Готов. Он убит!
Группа А, говорит Орлан. Тащите свои задницы на борт. Прием. Цель нейтрализована. Ребята, дальше уже не будем проходить. Прошли три задания. Сдавайте. Следующее прохождение будет остальное. С вами был Нурулес, это канал Game Нурулес. Всем пока, до новых встреч.